А где ты голубей-то видишь за себя? А, вон, да. На нос можно, Серег? На нос можно. На какой на нос? На твой точно можно. Какой нос? Это хайп-фотка будет. Давай на нос. Зарядку. На нос, голубь? На нос, Серег. У тебя такая взлетно-посадочная там, нахуй. А он поместится на нос? Я на твой нос еще бы не поместился. Одного на голову? Чуть повыше. Ой, хорошо-то как, сейчас бы он обосрался так. А можешь сирануть? Выбирайте. Просто у чела кайфовый жонглёр голубиный. Дядь, балдёж. Забирайте голубя. Забирайте голубя. Серёга, походу, бумочка сплеет. Ты чего хуил? Берите, пожалуйста. Ну подпрыгни! Подпрыгни, Серёга! Подпрыгни! Ой, блядь! Ой! У меня на голове голубь спор? Да. Блин, меня как будто это, объехали. Так у тебя голубь на голове сел. Потрогай. Он не укусит? Я серьёзно, бля, буду. Ебать посадка у меня. Ой, блядь! Привет, голубь. Они вообще не боятся. А можно я подержу тоже? Ой, какой прикольный. Сколько мы вам должны теперь? Ну, 1040. Сколько должны? Ну, ладно, квартира на ней. Так кайфово сидит, он прям голову чешет. Давай тебе слоям посадят, попробуй. Давай. Это вообще такой кайф. Давай. На нос? На голову. Ух, ёбаный. Вау. Ух! Прикольно, да? Мурашки, понял, как будто две штуки делают, типа, знаешь? Балдёж. Блин, как сейчас насрёт тебя на голубь. Кстати, недавно голубь срал. А сколько такой голубь стоит, если купить? $1000. Сколько? Дорогие. Я бы хотел такого. Они ещё и дрессированные. А что не умеет из дрессировательных упражнений? На голове сидеть. Слава, ты сыграл машину? Сейчас пойду проверю. Голубь-то оставь. Ой, ой, дерётся. Хорош. Здесь поссорились. Одними парнями гулять, девчонок мало взять. Одной хватает. Одна пара. Какой-то долбоёб. Я шучу. Здорово, родной. Он прям идет. Надо, походу, $1000 доставить. И просто прилетим домой уезжать, и даже не знать, как его кормить, ничего с ним делать, просто с ним тусить вот так на хате. А что он кушает? А вообще тяжелый уход за ним? Можешь купить голуби? Когда сейчас? Да. И куда с ним пойдешь? Как голубя. Понял, типа, голубя. Типа 24 часа с голубем в ресторан с ним ходишь, типа. Типа, знаешь, тебе, будете что-то заказывать, знаешь, только я заказал, да, она уходит. В смысле, типа, нахуй вы выходите, а вы не будете голуби спрашивать, что он будет? Она такая, так это же голубь. Он такой, кормлик. Сейчас тебя укусит. На кулище. А сколько они живут? Сколько они по времени живут? 20 лет они живут. Блять, если он съебется просто на улице. Понял, деньги, а то ты просто улетает нахуй. Обратно домой. Ты мотель притащишь. Да похуй, на плече вот так зайду. У меня номер на двоих там. Зайдешь, скажешь, я с двумя куропатками и возьми. Типа, извините, а к вам мотель можно двух курочек привезти? Балдёж. Ты сейчас реально как полковник. Солидный чел такой. А можно с в аренду нанять дядю? Реально? Ну, если подумать, что сделать, то можно. Если не так, ну, надо подумать про себя. А он будет со мной весь день гулять, там, может, кальянную сесть? Кальян покурить. Что, пойдешь? А? Балдёж, слышишь? Да подумай, ты можешь контакт взять просто. А можешь замутить? Я сейчас отойду. Девушка, где ваш молодой человек? Вот он справа стоит. Вот он. Вот он. Нет, это не я. Иди поцелуй ее просто с голубями. Да, давай, Вань, давай. А что тут за колечко? Да что такого-то? Ну? Вань, давай. Блин, подожди, ну, а что не так-то? Ну да. Сейчас сходится. Могут летать, да? 3 года дрессируем. Соситесь. Реально? Бля, вот охуенно. Бля, давай возьмем на днях голуби в аренду, просто поугараем с ним. Просто так и столько с ним ланчеваться, он будет сидеть. Здорово, родной. Знаешь, что будет неприкольно, если он сдохнет? Слушай, ну это всегда горе. То есть как бы... Ну будем надеяться на лучшее. Как бы ты назвал голубя? Степан. Степан? Да. А если... А как зовут? Есть имя? Да, это Мишель, Руди Вуди, Пират и Белоснежка. Вот 4 у вас. Тебе уже раз 10 сказали, по-моему. Это Пират. А как если строить Белоснежку определить? Она белая. Ну
Ну, кто вот это Белоснежка, вот это Белоснежка, да? Это Белоснежка. Бля, вать кайф. Блин, дядь, мне так нравится с голубями сидеть. Я никогда не думал, что мне, типа, мне всегда в жизни голубя не хватало. Типа, ты понял? Это так вообще необычно. Надо бы. И просто плюс 1000 голубей, они тебя, ну, так на тебе все сядут просто. Ты, тебя даже не будет. А, ты понял, ты можешь на них становиться, и там они будут взлетать с тобой. Они тебя будут все брать за кофты вот так, когтями, и ты будешь улетать просто. Ой, забрать. Ай. Сразу двух тебе. Ой, блядь. У тебя, кстати, как будто гнездо на голове, если так подумать. Они дерутся. Бля, не пиздится. Минус 4 рапали, когда нас усели. За место было. Ай, блядь. Блядь, забирай. Серега, забери, да. Можно высоко подпрыгнуть. Здорово, бандиты. Озвучку можно смотреть. Ну что ты на меня в интернете пиздишь? У меня есть крыша, ёпта. Вот она. Так, сейчас, стой. Вон видео. Всем привет. Классно, спасибо. Извини, можно сюда? Давай. Он, да. С ним фоткают. Он самый. А с вами не фоткают людей. Классных, наверное. Наверное. Наверное, да. Наверное. Возможно. Спасибо, Виктор. Хорошего вечера. Да, конечно. Вы тиктокеры? Не, мы стримеры. Давайте вот так руки поставьте. Сейчас летите, смотрите, а то я не поймаю вас. Как я взлечу? Ну, возможно. Слава, взлетаешь. Голубиный король Бустеренко. Голуби надо, родной? Развесные люди. Не, вот так, знаешь, просто по очереди. Было заседание голубей. Ну что, пацаны, на запивчик. Бойца брани фрикс-квада, нахуй. Смотри, так все смотрят на меня, как на какого-то ублюдка. Слышите, кто замедленное видео снимает? Включите. Замедленное видео у нас никто не снимает. А? Подбрасывать буду? Позвольте, подождите, на счет три. Ну-ка. Балдеж, голуби топчик. Замедленное видео снимаем. Голуби, хай, брат. Это Слава, Слава. Слава. Ага. Слава. Так. Сейчас загадайте желание. Так. На что вам хочется? И нематериальное, светлое, позитивное. На счет три, вот таким движением рук, на меня кидайте, только не сильно. Так вот, для меня. Хорошо? Да, у нас. Давайте. Раз, два, три. Вот, смотрите, как классно получилось. Я тебе не буду. Чуть-чуть скопо. Прям прикольно. Можете еще поиграться? Да ладно. Я думаю, все, да? Да. Я вам, если что, позвоню. А можно кого-то? А можно им как-то? Да, да, да. Поблагодарите за мою парочку, оставьте. А вы вместе работаете? Ну, если у меня просто... разные классы. То есть вы между собой не сможете поделить? Поделим. Я буду. За одну птицу и за вторую также поблагодарите за мою парочку. Да, ребят. Девочки за пару птиц. За мою парочку и девочки и также за ее парочку. $200 И за мою парочку. Раз в 10 лет с такими птицами фотографируетесь. А, вот. $200 12 тысяч. Работаем. Мы 3 года птиц дрессируем, чтобы они так сидели послушно. На свадьбе голуби сразу улетают. Нет. За 2 сотки это точно хватит. Да, надо по 1 сотке просто дать туда. Голубь стоит $1000 А тут 400 Попробуйте научить. Двухнедельного. Ну, поэтому он и стоит 1000 если его купить. Смотри, один другого толкает, нахуй. Где? А, вот ради таких, наверное, разводят. Да, вот ради таких разводят. Нас тоже, блядь, разводят тут. Пошли, Слав, по $100 нормально. Да, нормально. По $100 нахуя. Лучше... Это ультра большие деньги. По $100 Ты что, и на двоих по каждую, за каждого голубя по $100 Вообще, что ли? Блядь, они 13 тысяч себя были. Блядь, такие позитивные эмоции были, сука, еще обломали. Я тебе клянусь, нахуй. Пусть ты, братан, респект. Вообще.
вообще охуевшие. 400 баксов. Что? Они должны были со 100 баксов уже охуеть на двоих. Я тоже думал, они охуели со 100. Я думал, они со 100 баксов уже охуели на двоих. Может, они подумают, что это 100 рублей, типа? Я не знаю, они походу перепутали, что это за деньги или что. Сейчас приходим, еще тачка разворована. Кстати, бабка перечь кого-то вам уехала, нет? Не-не, там можно было заносить. Пиздец, что-то, блядь, вообще охуели. Вообще, да, охуели? Что, обидно, что 200 баксов отдал? Нет, не 200 баксов. Да хуй с этим 200 баксов, блядь. Да нет, то, что они разводить прям так начали. Да, то, что обидно, что разводить. Я думал, они 100 долларов ловит уже охуеют на двоих. Всегда при... На сутки голуби ебать, как нахуй тайкан снять будет. Всегда прикольно давать деньги, знаешь, типа от души, знаешь, когда хочется. Да, там именно наглеть просто начали зачем-то. Какие суки наглые. А чем мы туда теперь? Ну да, он просто хотел от души, блядь, я не знаю, я бы 100 долларов, если бы увидел бы в их ситуации, я бы охуел уже. Пиздец дохуя, на самом деле. На двоих это дохуя. Да. А ты еще вторую сотку даешь, она говорит... Мне кажется, уже перехотелось даже голубя снимать у этих. Да не, пошли нахуй, какие голуби? Теперь. Да, ёбки. Какого-то, знаете, вот эти кенты, которые в костюмах подходят, то есть... Они сейчас поедут. Как вы сейчас поедете? Вот так. Мы? Ну, как-то будем объезжать. Ну, вы нас их докинете просто. Да. Они такие добрые казались. Да. Ебать, 200 долларов это 13 тысяч, нахуй. Почему с багажника? Пиздец, че. Они хотели 30 тысяч болтать, просто что. Ты что, мы с голубями сфоткали? И 200 долларов дали, она, блядь. Сколько фотка с голубями стоит? У них хуя это ешь, что ли? Мне кажется, в целом. Да ты что, я думаю, они рублей 500, когда вид уже должны охуевать. Да, просто... Ей 100 долларов дали, блядь. 100 долларов люди месяц на работу ходят. Ей 100 баксов дали, блядь. И потом еще сверху 100, она говорит, ну а теперь моим голубям. Каким нахуй голуби? Голуби вообще нахуй бабки не нужны. Схуяли вообще, блядь! Схуяли вообще, блядь, они... Дешевле было уже. Они еще наебщики, знаете почему? Потому что они говорят, что они раздельно работают. По факту они, блядь, месяц 100% работают, и наебываешь, типа, они раздельно работают, уебанки. Пиздец, сука, блядь. Крысы, блядь. Кассы разные. Конечно, там голуби ЕБ, нахуй, о, блядь. О, голубь, блядь. Задние деды в ахуе. Ну что, бля, Слав, не расстраивайся. Завтра Слава запускает стрим, ему на голубе обратно возвращают 200 долларов. Завтра Слава, бля, просто на голубях нахуй стрим запускает. Не, я тебе говорю, завтра стрим просто запускаешь. Просто я взлетаю на голубях на армии голубей и нападаю на их голубей, бля. А моим пташкам?